Здравствуйте, с вами неформальный информационный портал «Инсургент». Сегодня мы находимся в технопарке Нагатино на 5-м по счету фестивале «Старфанс», посвященном непосредственно «Звездным войнам». Давайте же посмотрим на местных неформалов и косплееров. Девушка-часовой, что оставила свой пост, чтобы защищать идеалы. В белых робах и с синим мечом бой принимает Икари Ру. Бойцы, есть у вас что сказать друг другу? Тебя ждет трудный бой. Джедаи не просят о пощаде, Дарт Навитас. Ты говоришь, что Дарт Навитас — это я. Да будет так. Что бы это ни значило. Приготовились! Начали! Здравствуйте. Добрый день. Что делает Джек Воробей на «Звездных войнах»? Все просто. В море сокровища кончились, теперь в космос. Космическое пиратство нужно развивать. Развиваем космическое пиратство. А как вы узнали о фестивале? На самом деле я здесь второй год. В прошлом году меня пригласила одна прекрасная мисс, чтобы поучаствовать в фестивале, вместе с ней сделать образ косплейный. Сколько времени заняло создание костюма, денег, усилий? Ну, на самом деле я не считал, потому что я отношусь к этому больше как бы это хобби. И если начну считать, наверное, будет много. Я делал два костюма, то есть это образ Джека, соответственно, и Кайло Рена. Ну и сегодня решил, да, Кайло Рена показать. И сегодня решил совместить, такой кроссовер сделать некий. То есть по времени, ну, года полтора за все вместе ушел. Какую композицию любил бы ваш персонаж? Ну, если помимо заглавной, то я бы сказал, мне очень нравится «Бар Кантина». Просто превосходная. А вы могли бы ее напеть? Так. Тан-та-дан, 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 тан-тан-тан, тан-та-дан, тан-та-дан. Когда так? Интересно. Какая ваша любимая композиция из «Звездных войн»? Моего персонажа? Я думаю, «Имперский марш», безусловно. Да. А ваша любимая музыка? Моя? Ну, я в последнее время слушаю много музыки. Я бы сказал, мне нравится кантри, например. Да. И крайний вопрос. Кто красивее, джедайки или девушки-ситы? Ну, джедайки бывают разные, как и девушки ситхи. Я думаю, и там, и весь некий баланс, равновесие силы все-таки. Ну, кто понравился больше бы Джека Воробей? Я думаю, темная сторона-то как... душа черна, темная сторона ближе. Что вам здесь нравится? Нравится в первую очередь атмосфера. В принципе, «Звездные войны» — одна из моих любимейших вселенных. И когда вместе собираются люди, которые тоже любят эту вселенную, это все равно получаются люди с определенным складом ума, с определенными увлечениями, определенным образом настроены. И огромное количество таких людей вместе создает совершенно непередаваемую атмосферу. Как давно вы увлекаетесь «Звездными войнами»? Фильмы люблю, сколько себя помню, а уже так, как сказать,
уже более-менее профессионально, то есть фехтование занимаюсь 2 года. Хорошо. А костюм вы сами делали или где-то покупали? И сколько времени и денег это заняло? Ой, насчет денег есть такая замечательная поговорка. И цену крафта не измеришь в косарях. Потому что сначала начинаешь делать, потом переделывать, потом тебе приходит третья идея, потом четвертая. И по поводу денег я вам даже не отвечу. Костюм собирала сама, собирался он из старого горячо любимого плаща. Это все шилось на швейной машинке, красилась кожа, подгонялась. В общем, очень долго, очень муторно, с очень большой любовью, с привлечением большого количества людей, которые даже не хотели в это ввязываться, но я их заставила. Поскольку у нас портал не только неформальный, но и музыкальный частично, то такой странный вопрос. Какая ваша композиция из «Звездных войн» самая любимая? Лав-тема из приквелов. А вы могли бы ее напеть? Спасибо. Какую музыку предпочитает именно ваш персонаж? Учитывая, что мой персонаж наемница и коллекционер оружия, должна она предпочитать какой-нибудь очень тяжелый рок. Ну, можно еще немножечко какой-нибудь R&B, типа того, что играет в фильмах про гонки. А лично вы какую музыку предпочитаете? Рок, фолк, альтернатива, классика, много всякого разного. Кто красивее, джедаи или ситхи? Джедаи, конечно. Они самые симпатичные, да? Они самые симпатичные, самые прекрасные, вообще добро, свет, печеньки. Спасибо вам за интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Фестивале. Как я узнал о фестивале? Ну, я достаточно давно занимаюсь «Звездными войнами» в России, поэтому для меня неудивительно, что фестиваль имеет место быть, хотя на «Старфанзе» я первый раз. Что вам здесь нравится? Ну, пожалуй, атмосфера прежде всего здесь. Огромное количество людей, которые так же, как и я, увлечены именно «Звездными войнами» и получают очень большое удовольствие от процесса. Давно увлекаетесь «Звездными войнами»? Ну, сколько лет? Не очень долго, лет 15 всего скромных. Ну, немножко. Вы сами делали этот костюм, и сколько времени, денег заняло? Ну, вообще, сложный это процесс. Нет, у меня руки растут исключительно из кошелька, поэтому костюм этот делал не я. Процесс занял, на самом деле, не так много времени. В целом, сама разработка и полная сборка костюма заняла всего месяц, ну, потому что это делала достаточно профессиональная студия. Ну, еще приблизительно полмесяца заняла разработка самой концепции и того, как именно это будет сделано. А как вашего персонажа звать? Его зовут Багги, это самопридуманный персонаж, тренировочный боевой дроид, вернее так, независимый дроид, который стал тренировочным после в старости. А какую композицию любил бы ваш персонаж? Музыкальную. Музыкальную? Да. Я не знаю, наверное, Moving Like an Egyptian или что-нибудь такое. А какая ваша любимая композиция из «Звездных войн»? Из «Звездных войн» тема «Anakin's Betrayal». Могли бы ее напеть? Это вряд ли. У меня с вокодером сейчас неполадки для того, чтобы издавать такие звуки. А какие ваши любимые музыкальные композиции? Ох, у меня их достаточно много. Я меломан, поэтому слушаю весьма большое количество всего. Именно в «Звездных войнах» я искал «Anakin Betrayal», да. И один еще последний вопрос. Кто вам нравится больше всего? Ситхи или джедаи, девушки? Ситы. Только, пожалуйста, умоляю, ситы, а то ситхи и дартхи. А из девушек, именно персонажей? Хороший вопрос. Наверное, больше всего нравится Рей. Это же джедай. Джедай, да. Спасибо за интервью. Не за что, спасибо вам.